Верхней Волжье продолжается туристический сезон. В города Тверской области все еще прибывают организованные туристы как автотранспортом, так и по воде. Наибольшее количество судозаходов совершается в Калязин. Так, в этом году с конца апреля к городской пристани уже причалило более 170 круизных теплоходов с российскими и иностранными туристами. Что их так привлекает в этом городе? Кроме известной колокольни, узнаем прямо сейчас. В Калязин туристический поток не ослабевает еще до ноября, поэтому об окончательной цифре в 170 теплоходов говорить рано. Круизный водный транспорт прибывает сюда практически ежедневно, часто не по одному, а по два, три и даже четыре судна в день. Туристы, которые к нам прибывают из Москвы, из Петербурга, из городов Нижнего Поволжья, это и Нижний Новгород, и Самара, Волгоград и Астрахань. В этом году приятная такая новость, что мы стали работать с круизными судами, которые обслуживают иностранных туристов. Уже несколько теплоходов, это 6 теплоходов, которые прибывали в город Калязин с немецкими, французскими туристами. Туристы с круизных теплоходов проводят в Калязине в среднем 3-4 часа. Организацией их приема занимаются экскурсоводы турфирм и Калязинского краеведческого музея. Всего более 20 человек. Экскурсоводы прошли аттестацию, организованную Министерством туризма Тверской области, и имеют большой опыт работы. В основном это педагоги и краеведы. Люди активные и хорошо знающие историю родного края. Посмотрите, вот этот дом белый, видите, сразу его прям обратили внимание, сразу заметили. Это дом у нас 18 века, князей Шиханских. Верно, очень четко, да, смотрите, Бакин красный к нам, да, это правый берег, а левый Бакин, видите, вот там вдалеке, левый берег. Для путешественников подготовлено несколько вариантов пребывания в Калязине. Особо интересны пешеходные экскурсии по улочкам заречной части города, где гостям интересно рассказывают об истории небольшого провинциального городка, про период затопления, про роль города и Калязинского монастыря в смутное время. У туристов есть возможность познакомиться с экспозицией Калязинского краеведческого музея, где собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о Троицком Макарьевском монастыре. Группа посещает Введенскую церковь, которая никогда не закрывалась, новый музей Волгоградский, который открылся год назад на территории пристани Калязин и уже завоевал особое внимание многих гостей города. В 2014 году никого ни другого не оказалось. Лед растаял, воды не хватило, и открылся старый город, который обычно покрыт водой. Кроме пеших экскурсий для туристов проводятся и автобусные поездки, разработанные компанией «Пилигрим». Они открывают для гостей города новые туристические объекты. Так, во время программы «Домики бывают разные», путешественники могут не только осматривать историческую архитектуру, но и основные достопримечательности. Особый восторг вызывает посещение Калязинского центра изучения дальнего космоса. Большая тарелка-локатор, к которой теперь возможно проводить туристические группы, производит яркое впечатление у гостей города, особенно когда она в движении. Большой интерес у туристов с круизных теплоходов, потому что там необычные туристы. Это поколение, которое мы называем 40+. Это очень любознательные люди, очень интересные, которые активно интересуются историей и очень много знают о истории России. Калязин – город небольшой. Однако экскурсоводы и местные жители стараются сделать все, чтобы эту обстановку в долгом путешествии люди запомнили надолго, благодаря интересным рассказам и необычным съедобным сувенирам. Например, туристам предлагают приобрести ягоды из здешних лесов, фрукты и овощи со своих подворий. Есть и совсем необычные лакомства – варенье из сирени, одуванчиков и сосновых шишек. В Калязине первый раз, но мимо колокольни много лет там назад проплывал уже. Это настолько впечатляюще, когда среди воды вот это вот ажурное высокое строение. Я понимаю, конечно, что тут произошла, наверное, трагедия для многих людей, но тем не менее те виды, которые открываются сегодня, они тоже потрясающие, очень красивые. Такие восторженные отзывы экскурсоводы и турфирмы слышат от гостей города постоянно и не собираются на этом останавливаться. Город будет открывать новые объекты туристического показа и вновь ждать путешественников на своих берегах.